Сегодня у меня такой солидный прикид по случаю, что я бегу, спешу заказывать шаурму. Нефтяной магнат, очень спешу на мероприятие. У меня мало времени и нужно сделать все очень быстро. Давай. Два, три, поехали, брат. Тот, кто сделает быстрее всех для меня, для такого солидника. За 15 секунд, да, были люди. Заберет бабки. Да ладно, на мероприятие я опоздал. Всем привет, дорогие друзья! С вами нефтяной магнат Леха Медведь. Ребята, сегодня я нахожусь в городе Пушкино и хочу найти того самого шаурмиста, который сделает мне шаву быстрее всех. И кто сделает быстрее всех, получит приз. Какие места нам интересны сегодня в этом городе? Это по-любому вокзал. Мы возьмем центр города, самое людное место. И, наверное, окраину. Посмотрим, как делают там. Вдоль и поперек проверим этот город и посмотрим, кто тут реально, козырно и быстро делает шаву. Кто делает быстрее всех, получит денежный приз от Лехи Медведя. Итак, первая наша локация – это вокзал. Как по мне, около вокзала происходит самая движуха, и там самые скилловые чуваки. Как ты меня в таком пиджаке узнал? Я типа смотрю, я думаю, ты не ты. На вокзале вкусное, на Пушкинском? Да. Здрасте. Сегодня небольшое соревнование в городе Пушкино. Кто быстрее сделает шаверму? Готов попробовать сделать быстрее всех? Может, это из-за пиджака? Но я чувачочек деловой, у меня всего 20 секунд. Шаверма должна быть сделана. Где шава тут самая вкусная, шавуха? Если напротив, ну там не такая вкусная. Слушай, ну в таком прикиде на вокзале я себя чувствую каким-то депутатом реально. Так, смотри, короче, следующая наша точка – это вот кебаб-донер. Вот тут прям суета-суета, мне кажется, там скилловые чуваки работают. Здрасте. Здравствуйте. Вы давно шаурму готовите? Да. Больше десятки есть? Да. Я хочу вас купить шаурму, но чтобы вы сделали ее на время. Сможете? Прям быстро-быстро, максимально. Да, брат. Я верю в тебя, брат. Раз, два, три. Поехали, брат. Секунд, брат. Мы начинаем отсюда, потом поедем в центр города и потом уже поедем на окраину. Слушай, как тебе 30 секунд ты сделал? Неплохо. Думаешь, что-то победит сделать быстрее? Вряд ли получится. 15 лет работает шаурмистом. И еще стоит заметить, что мы находимся на вокзале. У них рука прям набитая, понял? Ну что, я думаю, едем дальше. Погнали. Наша следующая локация в самом центре города Пушкино. Так, а шо, кто последний, дамы и господа? Мы-то отзываем, мадемуазель? Нормально. С кайфом? Да. Нормально? Нормально. Нормально делай, нормально будет. Все тогда. Задача следующая. А? Говорю, задача следующая. Какой задача? Вы давно шаурмистом работаете? Да. Задача следующая. Сможете сделать шаурму на время, максимально быстро? Нет. Мы пришли, вот, сказали, Рустам здесь. Не-не-не. Я звонил, мне сказал, что не отказывали. Все немного сложнее, чем я себе это представлял. Так, шаурма донер. Ну, посмотрим. Здравствуйте. Брат, спешим невозможно. Шаурму самую быструю сможете сделать? Нефтяные переговоры, там, магнаты тоже, вот это все. Стараюсь, брат. А вы давно работаете? 4 года. 4 года? За 20 секунд справитесь? Вот до этого был человек 30 секунд на вокзале сделал. Как получится, так получится. Давай, раз, два, три. Давай, 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 брат. Как зовут брат? Миша. Стоп. Миша, 38 секунд. Миша, ну круто. А все, брат. Ну, на встречу дело важное не успел, но зато покушать успею. Ну, а это самое главное. Осталось финальное. Как думаешь, на окраине есть скилловые чуваки? Секунда 40, наверное, соберут тебя.
Сегодня видео не про обзор шавух, но шавуха вкусная. Ребята, вы постоянно пишете адреса шаверм, куда мне стоит сходить. В комментариях в Ютубе, ВКонтакте, каким-то образом нашли мой Телеграм и пишите туда. И все комментарии отследить невозможно. Их больше 10 тысяч. Для этого я создал группу ВКонтакте. Переходите, скидывайте свои адреса, будем там общаться, поддерживать связь. И, возможно, именно ты со своим адресом попадешь в следующий ролик. Также будем делиться всякими идеями, возможно, организовывать какие-то фан-встречи. Один из вас, кто подпишется на мою группу ВКонтакте, заберет косарь. Это будет рандомным образом. Розыгрыш такой будет в течение 2 недель. Поэтому подписывайтесь и забирайте свой кэшбэк. Ну а мы едем на окраину. Искать профессионалов в своей работе. Так, ну что, нам сюда получается? Да. Вкусно-вкусно? Здравствуйте. Вы давно шаурмистом работаете? Да. Сколько лет примерно? 3. 3 года. Готовы сделать на скорость самую быструю шаурму? Нефтяной магнат, очень спешу на мероприятие. Готов? Да. 1, 2, 3. Поехали, брат. Девятнадцать, 20. Нифига, еще размешать. Долго, да? 28. Стоп. 36, брат. Еще 6 секунд, и ты бы был самым лучшим победителем. Я был уверен, на самом деле, он такой прям энергичный. Думаю, сейчас он как бахнет секунд за 25. Ну что, дорогие друзья, кто у нас сегодня победил? Это шаурмист, самый первый с вокзала. Он сделал шаву за 30 секунд. Абсолютный рекорд. Такого еще в целом не было у меня. Пойдем вручать бабло. У каждого из вас есть возможность забрать косарь. Просто переходите в закрепленный комментарий, подписывайтесь на группу ВК и все, держи. Брат, ну что я могу сказать? Скажи, брат. Как есть, да, сказать? Скажи, брат, да, не обижусь. Ну ты медленнее всех сделал. Да? За 15 секунд, да, были люди. Молодцы. Да я шучу, брат, это лучшее время. Там минимальное 36 было, ты сделал за 30. Да? Это, да, приятный бонус. Спасибо. Все по-честному. Давай кулачка. Спасибо, брат. Хорошего дня. Здорово. Я не в курсе, возможно, в следующих роликах этот рекорд будет побит, но чтобы это узнать, ставьте лайки. 2000 лайков, и выходит следующая часть. Мы будем давать разные задания уличным торговцам и посмотрим, на что они способны. С вами был Леха Медведь, всем спасибо за внимание и всем пока.